В минувшее воскресенье я проводила мастер-класс по созданию летней соломенной шляпы. Собралась чудесная компания, в которой никто из участников до этого не имел ни малейшего представления о процессе создания шляп. Каждый выбрал себе определенную модель, причем у всех моделей шляп были разные. Также была возможность выбрать цвет. Цвета тоже у всех были разные. Было очень интересно наблюдать, как участники погружаются в процесс, как стараются. Посмотрите на их сосредоточенные фигуры, то, как они стараются. Процесс создания шляпы совсем непростой и достаточно трудоемкий. И, конечно, этот процесс очень захватывающий. Посмотрите, у нас в этот раз на занятии даже был мужчина. Он делал шляпку для своей жены. Компания, я повторюсь, была очень теплая. Было очень интересно смотреть, как из бесформенных колпаков получаются вполне четкие очертания будущих шляп. Участники очень старались, они большущие молодцы. Уверена, что они получили колоссальное удовольствие, в том числе от самого процесса. Посмотрите, какой получился замечательный результат. А это все мы в конце очень довольные. И если вы тоже хотите прикоснуться к этому волшебству, провести целый день в шляпном эпицентре и своими руками сделать шляпку, то записывайтесь на мастер-класс в июне. Они будут проходить 16 и 23. А с вами была я, Лидия Бондарева. Женщина, которая делает шляпы.